Новая линза, белая линза, желтая линза. Сами очки. Не вижу. Все продувается со всех сторон. Резинка на шлеме длинная. Флаг Британии, потому что выпуск для армии Британии, не для магазина. А муфта может быть надвинута как чехол на стекла, либо сидеть сзади на шлеме. Вот. Есть также чехол для линз. Сам чехол от очков. И вот, собственно, пара. Нет, не царапин. Чуть заляпались, но нет, не царапин. Сейчас пока доставал, испачкал. Ну, вот это царапина. Но есть новая линза. Поэтому за маленькую царапинку дам новую линзу. Такая переносится. Можно ставить очки для зрения внутрь. Оправу под очки мы тоже можем вам найти. Но линзы в оправу надо будет заказывать где-то в Москве. В Интероптике или еще где-нибудь. Есть визор на шлемные также. И есть очки еще, модель Soulfly, можете в интернете посмотреть, тоже для британский выпуск. Вот парочка.